Надувай шарик. Ага. Добрый день, дорогие друзья. Как вы можете легко догадаться, речь у нас сегодня пойдет о самонадувающихся ковриках. Ну, я не погрешу против истины, если скажу, что самонадувающийся коврик на сегодняшний день это одна из самых востребованных вещей. Это самый удобный, самый комфортный способ провести ночь на природе. Это и тепло, это и мягко, это и не занимает слишком много веса и объема. И вообще достоинство у него немерено. Но не все они одинаковы по качеству. Наши узкоглазые братья, к большому сожалению, предлагают на сегодняшний день коврики, которые, мягко говоря, тяжело назвать самонадувающимися. А каким же должен быть настоящий самонадувающийся коврик? Сейчас я попробую вам это показать, используя вот этот замечательный ковер производства австралийской компании Sea2 Summit, который называется Comfort Light SI. SI в данном случае self-inflating. Самонадувающийся. И он заслуживает каждого из этих слов. Итак, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Давайте посмотрим, как должен надуваться правильный самонадувающийся коврик. Как вы видите, он полностью спущен. И мы просто берем и открываем оба клапана на полную. И оставляем его на какое-то время в полном и абсолютном покое. И вот, как вы видите, он начинает прямо на глазах приобретать правильную форму. Никакого ускорения процесса не происходит, никакой ускоренной съемки. Все, как вы можете видеть на ваших глазах, коврик полностью набрал нужный объем, и вам остается всего лишь вставить клапан и буквально 2 раза в него дунуть. Все, ваше спальное место полностью готово. Обзавидовались? Понимаю, я сам обзавидовался. Этот коврик действительно на голову выше практически всех своих конкурентов. Но что же надо делать для того, чтобы самонадувающийся коврик вел себя подобным образом? Во-первых, никогда не храните ковер в полностью сложенном и сжатом виде дома. Приезжая домой с любой поездки, вы достаете коврик, даете ему надуться и ставите его храниться куда-нибудь за шкаф в надутом виде. Делается это для того, чтобы наполнение этого ковра не сминалось, не слеживалось и продолжало оставаться постоянно упругим. Ну и, наверное, стоит все-таки отметить, что технология, примененная именно в этой модели коврика, называется она Delta Core V, является действительно инновативной. И материал внутренней набивки этого ковра, он очень сильно отличается от материалов, которые используются в дешевых ковриках. Ну, а более, наверное, добавить тут и нечего.